Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами, как выбрать себе первые ветки для прокачки и кого посоветую лично я по своему субъективному мнению, но попытаюсь его обосновать фактами. Данное видео будет продолжением моего видоса по поводу того, как выкачать себе десятку буквально за пару дней. Ребятушки, перед тем, как с вами начнем, хочу попросить каждого из вас подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, обязательно нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я стараюсь ради вас и для вас. И мне очень-очень сложно конкурировать с теми ребятами, у которых по 200, по 300 тысяч подписчиков, и их видео YouTube по определению сразу предлагает к просмотру потенциальным зрителям. Для меня же это невиданная роскошь, и я очень-очень хочу переломить ход событий, и только ваша помощь действительно сможет мне в этом помочь. Спасибо вам большое за то, что смотрите мое видео, за то, что лайкаете его и подписываетесь на канал. Итак, ребят, десятки. Как их выбрать? Я хотел бы сразу определиться с вами по поводу нескольких вещей. Первое. Я не буду в своем видео сейчас вставлять нарезки красивых боев для того, чтобы вас агитировать, потому что данное видео не про красоту боя, ребят, а про правильность выбора и обоснование этого выбора. И второе, это видео для новичков, те ребята, которые уже давно в игре, они и так себе уже повыкачивали все, что хотели, и соответственно докачивают себе либо что-нибудь новенькое типа Минотавра, которого недавно, можно сказать, добавили, но либо выкачивают уже то, что раньше качать не хотелось, и качают просто для того, чтобы было чем заняться. Поэтому, ребята, новички, слушайте и воспринимайте. Первое, что необходимо понять, как выбрать себе ветку, которую вы будете открывать первой. Вам необходимо определиться в первую очередь с тем, что вам необходима ветка максимально комфортная для новичка, не сложная в прохождении, не тяжелая в прохождении. Допустим, на примере, ну не знаю, допустим, той же самой Британии, не берите себе первой веткой для прокачки бабаху. Ну, просто по той причине, потому что прострадать всю серию танков АТ, это действительно необходимо иметь стальные нервы и огромный запас свободного опыта, если вы не хотите плакать и постоянно утирать сопли. Поэтому, ребятушки, выбирайте те машины, на которых играть будет действительно комфортно. То же касается и Минотавра, которого очень сильно разрекламировали. И сам Минотавр многим заходит. Машина интересная, в чем-то нестандартная, бронированная. Вопросов нет. Но пройти все-таки всю ветку тоже необходимо иметь стальные нервы, которые надо крепко держать в кулаках. Что же касается, в принципе, количества танков, из которых вы можете выбирать. Вы имеете на выбор 4 ЛТ, 10 СТ, 14 тяжелых танков и 12 ПТшек. Действительно, есть из чего выбрать. Тяжелее всего выбрать по ЛТшкам, к ним вернемся чуть позже. Ну, а начнем, наверное, с самого простого, с ПТшек. Почему именно с ПТ? Потому что ПТ позволяет вам отыгрывать на расстоянии от врага, привыкать к боям, следить за тем, кто куда, какие разъезды делает, ну и побольше сейвиться. Чем лучше сейвиться будете, тем, соответственно, будет лучше ваша результативность. Из ПТ-шек огромного разнообразия, а именно из 12 ПТ на выбор, я рекомендовал бы вам остановить свой выбор на двух всего лишь нациях. Первая нация — это советы. Я рекомендую вам в первую очередь выкачивать объекта 268. Почему именно так? Потому что сами машины позволяют на них плюс-минус нормально отыгрывать новичкам. Многие из них обладают довольно-таки достойной броней, в частности 704 и 268, соответственно, имеют достаточный запас как прочности, так и брони. Они имеют вполне себе нормальную подвижность, и пройти ветку, начиная с Су-85Б и оканчивая 268 объектом, сложности для новичка определенной не вызовет. Что вы имеете от этих ПТ-шек? Вы имеете по данным ПТ-шкам очень-очень клевый урон разовый в 640 единиц, допустим, на 9 уровне, и достойный уровень пробития. И это касается практически всех ПТ-шек. Безусловно, в семье не без урода, и где-то вам будет встречаться ПТ-шка, которая будет вас смущать своими техническими характеристиками. Но, ребят, в этой игре по определению нет великолепной ветки, в которой каждая машина на каждом уровне просто-таки золотая и великолепная. Вторая ПТ-шка, которую я рекомендовал бы вам, находится в дереве Германии. И здесь вам необходимо определиться, что вам больше подходит. Вам подходят плюс-минус бронированные ПТ-шки с более скудной подвижностью или более бодренькие по подвижности ПТ-шечки, но, ребят, мягенькие. Я бы рекомендовал новичку все-таки идти сначала к грилю, потому что сама ветка, начиная от Хедзера и через Ношхорна, попадая на гриля, она действительно комфортная и действительно приятная. Да, ПТ-шки мягкие, но, в принципе, разовый урон вполне достаточный, точность орудия
радует. Немцы всегда орудиями славились в данной игре. И 460 единиц альфы вроде бы как бы. И не сильно-то много на 9 уровне, но, ребят, перезарядка в 9 секунд, точное орудие, хорошее время сведения и заявленный ДПМ в 3000. Между прочим, единиц урона, это, я бы сказал, довольно-таки неплохо. Поэтому на второе место возгрузил бы либо гриля, либо ягу, но все-таки гриля оставил бы как одну из первых ПТ-шек, которую необходимо качать в данной игре. Почему не рекомендую других? Ну, по одной простой причине, потому что про бабаху уже сказал, про минотавра тоже. Что касается французов, то здесь необходима все-таки сноровка для того, чтобы на них играть, и это явно не ПТ-шки для начинающих игроков. То же самое касается и ветки товарищей в Китае. ВЗМ-113ГФТ... Безусловно, машина на 10 уровне неплохая, но все-таки, опять-таки, не для новичка, да и сама ветка чем-то похожа на советов. Только советов вот эту веточку объекта 268-го, безусловно, качать гораздо проще. Что касается танчиков тяжелых. Тяжелые танки у нас представлены, в принципе, во всех, ребят, деревьях, во всех нациях. И, честно говоря, я бы рекомендовал остановить свой выбор в первую очередь на Германии, опять же таки, на Е100. По одной простой причине, потому что пройти... вот эту веточку тяжелых танков, ну, не составит огромного труда. Машины заряжены довольно неплохой броней, рандомные рикошеты довольно неплохие. На 8 уровне, допустим, там, играя на топовом орудии, вы имеете 310 единиц и 225 единиц пробития. Да, пускай ДПМ на 8 уровне не зашкаливающий, но он реализуемый. Поэтому данную ветку смогут качать новички, ну, а Е100, в частности, порадует вас очень. Очень, ребят, хорошим разовым уроном в 640 единиц. 271 единицу пробития и просто обалденной броней. Время перезарядки большое, вопросов нет, но зато это время перезарядки Е100 действительно может пережить даже в руках новичка. Вторая машина, которую я рекомендовал бы, это однозначно Кранваген. Ветка простая в прохождении, очень приятные машины, обладают броней, обладают плюс-минус подвижностью и, начиная с 9 левела, обладают не просто цикличным барабаном либо цикличным орудием, а барабаном с системой дозарядки, на котором крайне комфортно играть, и вы действительно будете получать удовольствие, потому что перезаряжаетесь плюс-минус. Каждый снаряд дозаряжается с такой скоростью, как цикличная пушка на 9 уровне у других ТТ-шек перезаряжается. И это позволяет вам существенно увеличить свои шансы на добирание недобитков. Ну а 400 единиц альфы даже на 9 уровне, поверьте, вам будет в этом помогать. Что же касается Эмиля Первого, который стоит на 8 левеле, то здесь цикличное орудие барабанное, но на нем тоже приятно отыгрывать, потому что танк довольно-таки неплохо заряжен броней, и если вы умеете и научитесь отыгрывать данную машину, то, соответственно, будет вам счастье. Почему еще рекомендую качать именно эту ветку? И, наверное, даже первой веткой, а не второй. Е100, наверное, все-таки передвинем на второе место по одной простой причине. Потому что, прокачивая вот эту веточку Кранвагна, вы действительно учитесь играть. Вы учитесь играть, безусловно, там на первых уровнях на ЛТ, потом на СТ-шках. И, ребят, заметьте, вы по СТ-шкам идете аж до 7 левела. То есть вы, мало того, что тяжелых танков будете прокачивать, так еще и учитесь играть на СТ-шке. Потом вы после цикличной СТ-шки, я имею в виду орудие с цикличной системой перезарядки, переходите на барабанный магазин с простой системой перезарядки, да, то есть цикличный барабан. Учитесь играть на цикличных барабанах, а потом переходите на барабаны с системой дозарядки. Таким образом, проходя всю вот эту ветку, вы учитесь играть как на цикличных пушках, так и на обычных барабанах, и, соответственно, на барабанах с системой дозарядки. Поэтому Кранваген однозначно остается у нас на первом месте. Ну и третья ТТ, которую я рекомендовал бы вам выкачивать, будет одна из двух машин. Либо 60 ТП, но здесь уже выбор исключительно за вами. Данная машина позволяет вам заиметь себе 600 единиц урона разово за 14 секунд перезарядки с реализуемым ДПМом и обалденной броней, которую на сегодняшний день еще не понерфили. Второй аппарат, который я рекомендовал бы вам прокачивать в случае, если вы не останавливаетесь на 60 ТП, то это тип 71. Ветка немножко тяжелее по прокачке, чем у 60 ТП, поэтому все-таки поставил бы на первое место в выборе между типом 71 и 60 ТП, все-таки 60 ТП. Там веточка будет немножко попроще. Что же касается типа 71, то стоит обратить внимание, что машина обладает просто имбовой броней, шикарной подвижностью, обалденной
обалденным орудием с 400 единицами урона в 10 секунд перезарядки, действительно позволяющее реализовать заявленный ДПМ в 2400. Но все-таки в ближайшее время типа 71-го должны в ближайшем обновлении понерфить, и как я понимаю, машина своей вот этой бешеной имбовостью перестанет выделяться из толпы. Поэтому все-таки взвешивайте грамотно по поводу того, 60 ТП или тип 71. Итак, ТТшки обсудили, у нас остаются только ЛТ и СТ. Я бы рекомендовал сначала проговорить с вами вопросы по СТшкам. И первая СТшка, которую я рекомендовал бы вам прокачивать, опять-таки находится в дереве сборной Европы. Это Прога 65. Почему именно так? Потому что там, ровно как и ветка Кранвагена, данная машина учит вас в первую очередь отыгрывать на машинах цикличными барабанами, потом барабанами обычными. Ну и когда вы уже научитесь пользоваться, как говорится, барабанами обычными, вы можете переходить на систему дозарядки, ну и радоваться, получать удовольствие от жизни, как говорится. Так вот, ребят, вот здесь действительно будет вам счастье, потому что система дозарядки просто обалденная на 10 уровне, быстро дозаряжаются снаряды, между собой вылетают через каждые 3 секунды, 2500 заявленного ДПМа, который тоже можно реализовать, и это самое главное. Очень бодренькая подвижность, довольно неплохая бронепробитие по уровню, довольно неплохое, и средний урон в 350 единиц, ну, сами понимаете, 3 шота, и 1000 вы уже точно гарантированно забрали. Таким образом, ребят, на первое место однозначно ставлю Прогу 65. На второе место я бы поставил одного из двух немцев. Либо поставил бы Леопарда 1 и рекомендовал бы его в первую очередь прокачивать, ну, либо уже Е50М. Вопрос заключается только в том, какой геймплей вам больше подходит. Точно так же, как между Грилем и Яго Е100 вам необходимо было определяться, что для вас важнее, то же самое и здесь. Я бы рекомендовал все-таки остановить свой выбор на Леопарде 1. По одной простой причине, потому что вы учитесь играть до 8 даже в уровня на ЛТшках, а потом только переходите на СТ. И игра на вот этих вот трех ЛТшках поможет вам сделать грамотный выбор, какую первую ветку ЛТшек качать вам. И качать ли вообще в принципе ЛТ, потому что ЛТ предназначены, прямо скажем, не для всех. Что касается этой ветки, очень бодренькие машинки, скоростные, МРУ-251 вообще удивляет своей подвижностью, потому что скорость ее передвижения по карте просто зашкаливающая, за ней реально невозможно угнаться, и машина очень бодрая и веселая. Время перезарядки просто обалденное, в 5 секунд, и реализуемый ДПМ в 2730 единиц, это действительно клево. И на своем 8 уровне она имеет 225 единиц урона со 180 единицами пробития. Действительно очень клевое орудие, очень классно отыгрывается машинка. Что самое парадоксальное, альтернативы никакой нет, и это и не надо. Конкретно в примере РУ-251. В целом рекомендовал бы присмотреться к этой ветке. Есть еще одна ветка, которую я рекомендовал, это Е50М, но здесь немножечко по-другому. Машины менее подвижные, но более бронированные. И кто-то скажет, что для новичка, наверное, броня решает, поэтому, возможно, осмелюсь с ним согласиться. Ну, здесь уже опять-таки выбор за вами, точно так же, как я уже говорил, между Грилем и Яго Естом. Что вам важнее, подвижность, либо большая живучесть? Это что касается второго места по СТшкам после Проги 65. Ну и что касается третьего места, мы вернемся с вами опять в сборную Европы и посмотрим на ТВП Т-50-51. Машина, обладающая цикличным барабаном, но барабан действительно клевый. Всего лишь 1,5 секунды перезарядки между снарядами позволяют просто бешено выкидывать весь свой барабан в 4, ребят, снаряда по 310 единиц альфы. Да, потом придется уйти на перезарядку на 23 секунды, но оно того стоит. Поэтому на третье место однозначно ставлю ТВП, который научит вас, и ветка которого научит вас отыгрывать на цикличных орудиях, ну и потом уже переходить на орудие с барабанной перезарядкой, пускай тоже цикличной. Таким образом, ребят, с СТ-шками мы определились. Кто-то спросит меня, почему ты не рекомендуешь, допустим, там, в ветке Китая ВЗ-121 и так далее. Да не рекомендую по одной простой причине, потому что сама ветка прохождения к тому же самому ВЗ-121 не является супер кайфовой, веселой, простой и, я бы сказал, интересной. А новичку все-таки интересно погонять так, чтобы ему было в кайф, весело и задорно. Ну, это мое мнение, если вы с ним не согласны, обязательно пишите в комментариях. Что же касается ЛТ-шек, ребят, здесь выбор действительно сложный. По одной простой причине, потому что на все наши, ребят, 8 деревьев танков мы имеем всего лишь 4 ЛТшки 10 уровня. А именно, мы имеем Викерса Лайт, мы имеем Шеридана, у нас есть БЦ-25Т и мы имеем
T100LT. Я бы рекомендовал, ребят, начинать именно с Викерса, либо с советов. Наверное, даже в первую очередь с советов, потому что здесь машинки как-то немножко поинтереснее. Да, порой сложно отыгрываются, но в целом T100LT в конце концов порадует вас, ну, довольно-таки неплохим орудием на 10 уровне. Пускай не настолько фановым, как у некоторых других танков, но в целом на нем можно классно гонять. Ну, а что касается самой машины, то она имеет очень низкий силуэт, что позволяет довольно неплохо прятаться от снарядов ваших соперников. Новичку это однозначно зайдет. На второе место я бы водрузил все-таки, наверное, BC-25T. По одной простой причине, потому что машина позволяет вам быстро передвигаться, ну а ветка танков СТ-ЛТ-шек с барабанными орудиями действительно порой довольно-таки фановая. На своем, допустим, 8-м левеле, имея 225 единиц среднего урона на топовом орудии, вы имеете 3 таких снаряда с довольно-таки нормальным уровнем пробития. Если не хватает, перекидываетесь на голдовые снаряды, которые не такие уж и дорогие. Таким образом, ребят, выбирать, безусловно, вам, но я бы рекомендовал в первую очередь взвешивать свое решение именно через призму того, насколько легко будет вам пройти. Как будет играться та или иная машина на каждом уровне, вы можете узнать у меня на канале. У меня на канале есть плейлисты, посвященные веткам. Таким образом, если вы хотите посмотреть, насколько сложно вам будет выкатать, допустим, Е100, заходите на мой канал, переходите в плейлисты и находите в плейлистах плейлист, который так и называется, ветка Е100. И там вы найдете обзоры на каждый танк, который ведет к вас к Е100. Кроме того, обратите внимание на мое видео, касающееся того, как выкатать, допустим, Ягу Е100, ВК-7201К и Мауса одним махом все три ветки. И вообще, ребят, пользуйтесь плейлистами, которые есть на моем канале. На моем канале сейчас уже более 450 честных обзоров на танки, такими, какие они есть. И поверьте, эти обзоры помогут вам принимать грамотные и взвешенные решения. А на данный момент, ребят, у меня все. Приятных прокачек. Выбирайте ветки. Есть что добавить, обязательно пишите в комментариях. Ставьте лайки, я вам буду безумно благодарен. На данный момент все. Всех благ, всего хорошего вам, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.